Корея, наконец, включена в состав ОЭСР. 85% жителей Кореи причисляют себя к среднему классу. Это правда? Созывайте совещание с главами министерств. Если мои расчеты верны, Корея окажется банкротом менее чем через неделю. Значит, лафа закончилась, да? За неделю до национального банкротства. Надо немедленно сообщить людям. Это вызовет ненужную панику. Люди должны быть готовы, пока не наступил полный крах. Никто не был предупрежден. Я инвестирую в кризис. Я могу хорошо вложиться. Но чтобы заработать, страна должна пойти на дно. И на это я сделаю ставку. Мы стоим перед лицом страшнейшего финансового кризиса. Халла заявила о банкротстве. Тейль обанкротилась. Ньюкор заявила о банкротстве. Мистер Хан, Део в опасности. Председатель созывает экстренное совещание. Део, можно ли остановить это? В МВФ для нас дорога закрыта. Это не выход. День национального банкротства настал, но правительство ничего не делает. Я намерен инвестировать в эту некомпетентность. Найдется ли компромисс? Настал момент для решающих перемен. Возможность отстроить Корею заново. Сколько вам нужно? Разные жизни, разные выборы. Бедные станут беднее. Ким Хи Су, Юа Ин, Ку Джун Хо станет нормой. И Винсан Кассель. Нация на краю гибели. Нам нельзя выбирать этот путь. Дефолт.